Поехали. Дорогие друзья, большое спасибо за ваши картины, за чудесные работы. Каролина, большое спасибо за то, что организовала эту работу, и у нас сейчас хорватских работ самое большое количество, если смотреть европейский блок, после российских идут хорватские работы. Мы очень рады, картины замечательные, и то душевное тепло, которое они несут, для нас очень важны. Я хочу сказать еще, что нашим русским художникам очень нравится стиль ваших картин. Мы отмечаем, что они отличаются от нашего стиля, что они другие, но они такие красивые, нежные, цвета яркие, они воздушные, и очень много в них эмоций и любви. И огромное спасибо за эти стильные, прекрасные картины. Получается палитра, то, что мы хотим, да. Чтобы с разных стран художники несли вот частичку разные себя, цвета. Да, частичку своей страны, частичку своей культуры, и это на полотнах видно, и тем вот, интересен проект для зрителей, и для вас большое спасибо, что вы приняли в нем участие, и надеюсь, что эти положительные эмоции вы тоже чувствуете. Передаем большой привет от российских зрителей, от европейских зрителей, благодарность за вашу работу. И еще мы хотим пожелать больших творческих успехов всем художникам, которые приняли участие в нашем проекте, вдохновения, много картин прекрасных, чтобы у вас был большой подъем сил, вдохновения, радости, чтобы вы писали эти картины. И мы встретимся, даст Бог, на выставке в Москве, в Париже, в Нью-Йорке. То есть мы будем... И в Загребе. И в Загребе. Обязательно хотим приехать в Загреб, наши русские художники и мы. И мы хотим увидеться с вами и встретиться, и поговорить. Большое вам спасибо. И до встречи. До встречи. Видимо. Видимо.